«Разговор с погибшим сыном». Автор Николь Вальс. Родной, сегодня дата, как тебя не стало. Я знаю, мама, вижу, как от слез устала. Мой милый, знаешь, как мне больно. Я понимаю, мама, ты любви достойна. Достойна радости и счастья, а я не хотела над головой ненастья. Прости, не получилось, не сумел. Нет, не кори себе, любимый, ты дорог мне по-прежнему, поверь. Родная, рядом я, хранимый твоей любовью, даже здесь, теперь. О чем ты? Не уберегла, мне страшно. Не бойся. Страха больше нет. Здесь многое совсем не важно. А важен свет. Поверь мне, только свет. Тебе светло? Не холодно там, милый? Ну, что ты, мам? Здесь одна любовь. Ты в нашем мире был такой ранимый. Ранимым был. Таким же буду вновь. Скажи, а я могу избавить тебя от будущих потерь сейчас? Не знаю, мама. Думаю, исправить я сам смогу все в нужный час. Скажи, меня ты не забудешь? Я так боюсь. А вдруг прервется связь? Прервется, если ты меня разлюбишь. Но столько...